Ежедневно на Оренбургскую областную станцию переливания крови приходит более 100 человек, которые хотят помочь тем, кто попал в беду. Вот и на этот раз в Национальный день донора крови в коридорах медучреждения многолюдно. По инициативе сотрудников здесь прошла акция «Спасению жизни говорим мы да». Мероприятие поддержали студенты ведущих вузов региона, среди которых представители Германии, Индии, Китая, Малайзии и других стран мира. Я сегодня второй раз пришел здесь. Конечно, мы помогаем, я очень рад. Я хочу поддерживать акцию, и что я поняла, мы сделаем добро, не зависит от многонациональности. Все люди тоже могут сделать добро. И я очень рада, чтобы я была здесь с вами. Я люблю делать добро, людям помогать. В акции также принимали участие депутаты законодательного собрания, представители различных национальных диаспор, молодежных движений, регионального правительства. Я являюсь донором с 18 лет. Сдаю кровь регулярно, относительно регулярно. Считаю, что очень важно, чтобы банк крови постоянно пополнялся, и что каждый здоровый человек, которому здоровье позволяет быть донором, должен быть им хотя бы несколько раз в своей жизни. За год в Оренбургской области проводится около 30 тысяч донаций крови. Среди доноров, а их около 13 тысяч, 65% – это молодые люди. Больницы региона, в которых ежегодно проводится около 45 тысяч процедур переливания крови, полностью обеспечены необходимыми ее компонентами. Акции нужны, но кровь имеет определенные свойства сроков годности, и поэтому вся работа строится планомерно, постоянно, и это позволяет в 100% объеме обеспечивать безопасными и эффективными гемокомпонентами. И хочу отметить, что на станции вы видите, сами свидетели того, что используются современные новые технологии, которые позволяют обеспечить качество наших компонентов. В нашей области участниками Национального дня донора крови стали более 350 человек. Заготовлено около 150 литров крови. Инициативу оренбуржцев поддержали почти 5000 представителей молодежи из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.